Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по боксу, где я абсолютно без вложений собираю криптовалюту биткоин Сатоши. Называется CoinPayU. Делала я недавно видео пару дней назад о том, что добавили новые платежные системы. И в том числе Faucet Pay. И минимальный вывод на Faucet Pay 5000 биткоин сатошиков всего. Значит, сделала я, естественно, пробный вывод на Faucet Pay. Все замечательно. Букс платит. Но в этом и нет сомнений, как бы. Только единственное, когда мы добавляем платежные реквизиты, вывод замораживается, друзья, на 24 часа. И вчера я сделала вывод. Идем в историю. Так. Изъятие. Так, 3.09.2020 года. 36 168 биткоин сатошиков мне сегодня поступили на Faucet Pay. Вывод производится в ручном режиме, так что приходится немножечко ждать. Сегодня мне вот пришло письмо 1 час назад. CoinPayU, что мне пришел вывод 36 168 биткоин сатошиков на Faucet Pay. Ну и просит оставить отзыв. Но это я после сделаю. Переходим на Faucet Pay. И, пожалуйста, coinpayu.com 36 168 биткоин сатошиков. 4 сентября. Все замечательно. Букс платит. Главное, минималочку снизили. Теперь можно от 5000 выводить на Faucet Pay. Ну и, как всегда, у меня здесь много рекламок. Вот. От 14,5 биткоин сатошиков. Это в серфинге, в оконной рекламе. Я, дорогую, просмотрела от 11 биткоин сатошиков. Ну и видеореклама от 10, по-моему, до 5,5 биткоин сатошиков. Ну, разные расценки. Ну что ж, друзья, я продолжаю работать. Все замечательно. Буксом я довольна. Букс шикарный. Не каждый столько нам дает. Всем удачи. До новых встреч.